Мермидоны – это персонажи из греческой мифологии, известные своим воинским мастерством и преданностью своему лидеру. Они были солдатами, военными сподвижниками великого героя Ахиллеса в период Троянской войны, как описано в Илиаде Гомера. Согласно мифам, мермидоны были созданы из муравьиной личинки, обучены военному искусству и воспитаны Ахиллесом. Мермидоны были известны своей смелостью и боевыми навыками. Они составляли ядро Ахиллесова войска и играли важную роль в сражениях с троянцами. Термин «мирмидон» также иногда используется для обозначения хорошо организованных, дисциплинированных солдат или последователей.